И ваза, привет. Я решил зайти на YouTube канал Versus Battle. И такой: блин, что творится? Что творится? Что творится? Че, заблокировали? Ну да. Пиздец. Че думаешь? Ну, думаю, что это прискорбно. А ты понял, из-за чего это случилось? Нет, сейчас выясним. Я тебе могу сказать, из-за чего. Ну ты же понимаешь, правила существуют, чтобы их нарушать. Понятно. Это сложный вопрос на самом деле. Но я считаю, что это, конечно же, однозначно плохо, если, мягко говоря, если, грубо говоря, это дебилизм, удалять это. С русским рэпом ничего не произойдет, так или иначе, это, наверное, даже будет еще круче, это еще больше, наоборот, заинтересует людей. Если бы я был, ну, грубо говоря, сейчас молодым рэпером, который бы начинал, не то чтобы начинал, а проявлял бы интерес к рэпу, и удаление Версуса для меня, это было бы, ну, как запрещенное что-то. То, что наоборот меня еще больше привлечет к себе. Даже если и послужило, ну отлично, что. Я думаю, что это еще один повод для пинка под зад, чтобы мы что-то делали дальше. Ну, то есть рэп этим точно не остановить, это может быть только подзадорить и двигаться дальше. Ну, закрыли, господи, что я. Да они ничего этим не сделали. Ну, единственное, конечно, ресторатор бабок сейчас как бы какое-то время не будет зарабатывать. Наверное, ему, для него, наверное, это, конечно, печальная история. А с точки зрения какой-то истории, ну, рэпа, ну, он будет развиваться дальше как-то куда-то. Ну, закрыли. Отлично. Теперь будет наша ответка. Сейчас что-нибудь мы придумаем. Рад перископ майки.орг. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау.